Очень мощная, красивая гора. Пока просто смотрим, облизываемся. Чем круче подъем... Томас, где начало маршрута? Вон там, за ледником. Тем больше выброс адреналина. Попробуйте подниматься на 8 тысяч метров, даже с кислородом. Это очень нетривиальная нагрузка. Как покорить одну из самых высоких гор на планете? Восхождение на К2 – это не поход выходного дня. И остаться в живых. Когда здесь, вот на горе, начинаешь засыпать, холодно, хочется домой. Документальный сериал «Кислород». Сил вообще нет. 13 и 14 мая с 19:30 на канале «Наше новое кино».